На Магаданской площади начал работать елочный базар. Зеленые красавицы есть разных размеров, от 50 сантиметров до 2,5 метров. Цены разные, все зависит от высоты дерева, но покупатели отмечают, что в этом году стланниковые конструкции дороже, чем в прошлом. Зеленую красавицу в 1,8 метра теперь можно купить за 3,5 тысячи рублей. Елочный базар проработает до конца декабря. Планирую торговать до 31 числа. Елок у нас 350 елок. До Старого Нового года. Она простоит, еще после Нового года простоит. Можно будет поливать ее, прыскать водой. На одну маленькую елку уходит около получаса, на большую – час. Продавцы уточняют, вреда природе они не наносят. Сланник не вырубают полностью, берут лишь около 25% от куста. Через несколько лет он разрастется еще сильнее.